Придет и спасет нас от грядущего зла. А зло уже пришло. А там было написано, что чужак будет носить красный кед? А что ты имеешь против кеда? Ты вообще носил розовый костюм? Да, желтыми? Да, да. А ты со своими нелепыми. Мальчики, мальчики, прекратите. Давайте не забывать, зачем мы здесь. Мы должны с ним связаться немедленно. Сконцентрируйтесь, мальчики. У вас ровно 5 секунд, чтобы объяснить, что я тут делаю. И 2 уже прошли. Пожалуйста, мистер Стоун, успокойтесь. Мы можем помочь вам. Мое имя Роланда. А это мои братья Джебедия и Раджив. А я Сэм. Серьезный Сэм. Мы – Великий Совет Сириуса. И мы хотим показать тебе, как остановить Ментала. Смотри. Медальон сил. Единственная вещь, которая может сделать Ментала уязвимым. Он был выкован слепым кузнецом Кром. И мы, мудрецы и маги, зачаровали его согласно инструкции из нашего святого руководства. Второе переиздание. Медальон был разделен на 5 частей. И эти части были созданы 5 раз. Симбом с планеты Мдигбо, Чиче с планеты Чихан, Дикси с планеты Магнор, Клиром с планеты Клир и Эльфишем с планеты Элемир. А этого оказалось недостаточно. Вскоре Ментал завладел всеми частями медальона. 6 части оказались неуничтожимыми. Так что Менталу остается лишь охранять. Когда все 5 частей воссоединятся, медальон выпустит заключенную силу и сделает Ментала. Твоя задача – направиться на планету Мдигбо и добыть 1-ю часть. И если ты принесешь эту часть, то ты избранный. Избранный? Тот, о ком упоминается в нашем святом руководстве. Второе переиздание. Тот, да, который точно спасет Вселенную. Тебе нужно идти. Мы свяжемся с тобой, как только ты закончишь. Если ты закончишь свои задания. Думаете, кто-то в это поверит? Ну, ладно. По сторонам. Это я, Нэти. Нэти? Не Трикса. Для друзей просто Нэти. Не Трикса? Нэти? Так ты умеешь говорить? Ну, это долго объяснять. В общем, дело в том, что бюджеты игры решили увеличить. Какой еще бюджет? Ладно, поехали. Короче, мы снова вместе, и мои советы к твоим услугам. Найди побольше этих синих ребят и заставь их разговориться. Возможно, я смогу перевести, что они говорят. Через каньон. Yes, сэр, то есть, мэм. Я рада, что телепортация тебе не повредила. Не подарок.
что-нибудь на движущуюся панель, и дверь откроется. Преодолей холл. Садись на динозавра, так будет быстрее. Иди сюда, лошадка. Сюда, сюда. Хорошо. Обезьяне, тебе надо запрыгнуть к ней прямо в пасть. Я опасался, что ты это скажешь. Смотри-ка, здоровенный бармачный барбак. Наверняка другой. Орёт постоянно и поклоняется какому-нибудь хрому. Эй! Подожди!